Всем привет! Сегодня хочу поделиться своими любимчиками и фаворитами за прошедший 2016 год, что я любила, что мне нравилось. Так как у меня прошлый год был вдохновляющим годом перемен и путешествий, то и фавориты у меня будут такие больше для путешествий, для подвижных людей. Давайте приступим к косметическим средствам, которые мне помогали на протяжении всего года выглядеть хорошо, давала предпочтение тональной основе Lumine и консилеру Maybelline. Тушью я пользовалась именно такой для губ, блеск и тинт. Любила скульптурировать лицо и, конечно же, хайлайтер. В фаворитах у меня также был лак для ногтей. Это очень нежный оттенок. Я любила зимой делать маникюр и педикюр. Мне кажется, по-зимнему. Мыло от бабушки Агафи, которым можно вымыть всю семью. На протяжении года я отдавала предпочтение масляным текстурам по уходу за лицом. Также меня спасал крем с кислотами, но пользовалась я им в холодный период времени. Кстати говоря, да, о холодном периоде времени обожала свитера, которые на ощупь как плюшевая игрушка. Из всех сумок, клатчи я отдавала предпочтение рюкзакам. Они удобнее. Необычные сандали, но они очень удобные. В прошлом году я отдавала предпочтение платьям, различным вариациям. Не обходила стороной различного плана рубашки, как с джинсами, так и со штанами. В фаворитах были перчатки из кашемира. Зимой я обожала свои ботинки, которые я ношу до сих пор. Я не думала, что когда-нибудь влюблюсь в что-то такое. Ну и завершить хочу тем, что больше всего дает какое-то вдохновение, создает какой-то уют и дарит настроение. Книги были всегда, и они останутся всегда. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.